Схема движения данного перекрестка будет аналогична схеме движения перекрестка Тернавская, проспект Героев. То есть здесь будут полностью данный объект, так скажем, светофорный, приведен в соответствии с нормативами и в соответствии с проектом организации дорожного движения. То есть будут заменены транспортные светофоры, пешеходные светофоры. Пешеходный переход будет перенесен вот по данной дорожке, оттуда будет убираться пешеходный переход. И для пешеходов будет сделана отдельная фаза движения, которая, очень надеемся, что исключит в дальнейшем какие бы то ни было транспортные происшествия. Кнопки здесь однозначно не будет, он будет работать в общем режиме со всем светофором. Под каждое направление транспортного потока будет отведена своя отдельная фаза. Надеемся, что это решит проблему, потому что данный перекресток в настоящий момент является как бы наиболее опасным у нас в городе. Этот вопрос уже обсуждается очень давно, очень давно. Вариантов решения было много, но вот пока решили прибегнуть к такому, убрать на отдельную фазу. Кольцо, к сожалению, тут сделать невозможно. Будем добиваться безопасности данного перекрестка путем введения отдельных фаз. Мы окончательно как бы не приняли решение о том, что по временным интервалам, то есть какое количество времени отвести на пешеходов, какое количество времени отвести на транспортные потоки. Поэтому просим всех водителей быть очень внимательными. Где-то в течение 1-2 недель уже завершится его реконструкция, где-то недели через 2 будем пробовать. И уже окончательный режим уже будем утверждать на комиссии по безопасности дорожного движения.